360. Мы начинаем влог. С нами тут я, Полина Ферранчук. Педагоги. Итак, я очень долго ждала этот влог. Наконец-то мы его начинаем. Мы в Питере. Мы приехали на классы. И будет бомба, и рукой вот так. И будет бомба! У нас уже прошло 3 класса. Как видно по нам, мы, конечно, уже очень устали. Да, и в общем, я покажу, сколько калорий мы сожгли. Это за 3 класса. Вот он вопрос. Как вы так добились своего? А вот, посмотрите на эту форму. Сейчас мы куда идем? Мы идем перекусить. Легкий жрать. Легкий перекус спортсменов. А потом снова. Ну что? Следуйте за мной, не переключайтесь, мы продолжаем этот влог вместе с вами. Такие красивые. После 6 часов танца покажем вам тур по номеру. Почему бы и не показать? Такой вот номер. 2 кровати, картина, мягкий ковер, телевизор, зеркало. А вид, вы сейчас упадете. Это вид. Вот такой Питер красивый. Здесь будем утром собираться. Идем дальше. Ну, мечта, а не отель. А как мы будем мыться? Ужас! Просто обалдеть, такой сюрприз. Мы сейчас сходим в душ, пойдем покушаем, посекретничаем и вернемся к вам. Вы представляете, что у нас сегодня с Настей очень много всего совпало. Во-первых, у нас с ней одинаковые кофты. Во-вторых, у нас с ней одинаковые шоперы. Шоперы они называются, да. У нас с ней одинаковые дезодоранты. Кстати, вот, не реклама пока что, надеюсь, когда-нибудь будет. Вот это очень классный дезодорант. Смотрим. Та-та-да. Сейчас путаем еще. Ну, в общем, я в душ. А потом... будем с вами умываться. Блин, как я буду мыться? Но... Ой, ну ладно, мы же подружки. Душ был прекрасен. Сейчас будем собираться и выходить покушать. Мы собрались, привели себя в порядок, и мы идем кушать. Вечернюю рутину я покажу вам попозже. Когда мы придем, будем умываться уже. И ложиться. В общем, на днях засняла видео, как мы с подругами бежим за едой. Как смешно. Это кабаны. Представляете, вот это кабаны. Чудеса случаются в жизни. Чёска, ты выглядишь как супербогиня. Нет, ну я серьезно на хореографии Даниэли я чувствовала себя замечательно. Катя прикрепит кусочек. Заставка на влог. Мы покушали, мы сходили в магазин, купили там на завтра воды, того всего, поболтали. Начинаем вам показывать вечернюю рутину. Я такое не люблю.
Под эту песню мы танцевали сегодня хореографию Даниэля. Видео вы уже видели. Она нам очень понравилась, поэтому мы будем умываться под нее. Это для... Ой, дневной? Ты неправильно показываешь! Бьюти-блогеры по-другому. Нет! Вообще... Вот такой. Вот! Вазелин. Самое лучшее... Я не буду спрашивать, зачем она его взяла с собой. Вообще-то это, ну, для губ. А для чего его использовали? Не, ну, Настя, ну скажи, она не хочет говорить, сейчас я выключу. Ладно, все, вазелин вырезаем. Благодарим. Очень хороший крем, он с улиткой. Он очень хорошо увлажняет, прям советую. Перед тем, как умываться, нужно смыть макияж. Не ложитесь спать с макияжем. У меня проблемная кожа. Многие знают, конечно же, может, и не знают. Ну, в общем, за последнее время у меня она улучшилась. Но я много всего для этого делала. Это отдельная тема для видео. Я могу вам вот так вот сказать, положа руку на сердце, что я лет 5, если не 6, я ни разу не засыпала с макияжем. У меня ритуал, который я не могу лечь спать, пока вот я не смою макияж, не умоюсь пенкой какой-нибудь, потом тоник, потом увлажняющий крем. И это секрет кожи хорошей. Так что, если так не делаете... Даже не думать, а потом даже не спрашивать себя, а почему у меня прыщик выскочил? Поэтому прыщик выскочил. Берем, протираем весь макияж, смываем перед использованием пенки. Ну, не пенки, а какого-нибудь геля для умывания. Ну, кто-то может быть пенка. Следующий шаг – это пенка. У меня пенка вот такой вот. Потому что самолет, ручная кладь, все дела. Самое главное, нельзя сейчас вот взять и вот этими руками вот так вот их намочить, и вот так взять и сразу же нанести вот эту пенку. Перед тем, как трогать лицо, нужно помыть руки. Моем руки. И я беру вот такой вот у меня как гель с алоэ. Следующий вообще этап у меня тоник, ну такой, как он, сыворотка такая. Но я с собой не взяла, потому что у меня контейнеры закончились. А вот полотенце, если вы вот так вот вытираете лицо, вот так вот. Нельзя. Нужно вот так. Бьюти-блогер. Вот так вот. Вот так вот все. Только промокаем, тереть нельзя. Вы что, морщины хотите себе? Нельзя, девочки. Лучше всего вот такими вот одноразовыми салфетками вытираться. Поэтому я и вытерлась. Потому что на полотенце остаются микробы, и это все вообще не гигиенично. Поэтому Катя вытерлась полотенцем. Ну, я по привычке, потому что дома у меня полотенце, но надо менять полотенце для лица минимум раз в неделю, это факт. Правда, лево? Давай лево. С улиткой, я люблю с улиткой. Ой, сейчас... Блин, все нарушили. Потому что нельзя смеяться. Все. Пока. Ну, повернемся попозже. Екатерина, вот сегодня прошли классы. Как вам вообще они сегодня? Ну, понятно, что коммерциал класс вам понравился очень сильно. Я не могу дальше. Я пытаюсь ее выдержать. Вообще, я забыла упомянуть, что это первый влог 2020 года. Я очень долго вас ждала.
заметно. Песня моя любимая. Хорошо, а что ты ожидаешь от завтра? Ожидания, по-моему, завтра велики. 5 классов диска, что скажешь? Давайте я сниму ее. Мне неприятно в ней находиться. Снимай. Ну что, кожа сияет? Сияет ли у Кати кожа? Пишите в комментариях. Хайлайтер, кстати, видно? Самое время поставить лайк этому видео, поэтому нажмите на паузу вот здесь и нажимайте на лайк вот здесь. И еще нужно подписаться на канал. Нужно нажать кнопочку, чтобы она стала не красного цвета, а серого, как кофта у Кати. Там ужасно выглядело, да? Не мило, ничего. У меня горит под носом просто. У меня тоже горит. Так что этим кремом сегодня не пользуемся, потому что была маска. Слишком много увлажнения тоже не очень хорошо. Когда у меня были брекеты, я использовала вот такой вот тоже от Splat, я не знаю, как она правильно читается, черного цвета, вся щетка, и она самая жесткая. И мне сказали, что нельзя использовать эту щетку, когда у тебя брекеты, и еще год после брекетов. А я пользовалась ей постоянно, и теперь я вот такой вот средней жесткости использую. Это мне любовник звонит. Бело. Да. Выглядит. И последний этап ухода. Мой вазелин. Ты с сережками спишь? Вообще я с сережками сплю. А ты знаешь, что это нарушает биополе? Организм полностью не восстанавливает. Биополе? Биополе. Нужно с себя все поснимать. Нет, ну я цепочку не снимаю. А кольцо? Тоже. Я его не снимаю уже несколько лет. Биополе. Видимо, оно у меня уже давно нарушено. Потому что я никогда не снимала сережки. Кожа сейчас выглядит неплохо. Так что всем спокойной ночи. До завтра. Одеваемся и идем умываться. Потому что у Кати бьюти-блог. Сейчас будем умываться и идти на завтрак. Пойдем с нами. Вот здесь полоски от кровати. Ну вот то, что нет кругов под глазами, это на самом деле успех. Начинаем самый интересный процесс. Конечно, не такой интересный. Как на соревновании. But
я не снимаю. С нами Полина, да, вы все снимаете. Она была первооткрывателем моего канала. А, да? Со первооткрывателем. А, да. Мы вместе открывали. Так что спасибо, говорим. Да. Подписываемся. На самом деле, я никогда так не уставала на классе. У меня уже руки нету. Так вот мы выглядим. Лук называется модерн. Ну, вот такая вот атмосфера у нас. Вот такая красота. Все, а у нас... Ну да, конечно, ну, ладно. У нас последний класс. Передаем привет. Привет. Все обязаны посмотреть влог. Обязательно, обязательно. Все прощаются. Всем пока-пока. Пока-пока. Ну что, мои хорошие, я уже в самолете. Ну, сама-то я дома, конечно, уже. Я заканчиваю этот влог. Спасибо за просмотр. Я вас целую. До следующего видео. Не забудьте подписаться на канал.